Реконструкция идет по графику. На стройке будущего садика в поселке Сидоровка побывал федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов. Вместе с ним приехали городские чиновники и представители подрядной организации. Они сообщили, готовность проекта 80%. Планируется, что уже с 1 августа этого года двери учреждения откроются для дошколят. Садик рассчитан на 75 мест. По словам чиновников, этих трех групп хватит для всех дошколят поселка. Сейчас дети ходят в сад неподалеку, но здание уже пришло в негодность, убеждены в мэрии. Кстати, на строительство детского сада деньги выделило государство, а вот так называемую начинку оплатил город. Мы смотрим, чтобы работы шли в соответствии с графиком. Безусловно, здесь не только главный федеральный инспектор, тут работают все службы, которые вовремя отслеживают, как идут работы, какое качество, чтобы не было потом вопросов. И весь комплекс мер, в том числе и антитеррористическая защищенность объекта.